Когда-то считалось, что СДВГ – это состояние, присущее только юному возрасту. Но сейчас уже известно, что это проблема, которая может сохраняться и в зрелости. Исследование, проведенное под руководством психолога Маргарет Сибли, показало, что эта проблема сохраняется у 5-75% людей. И диагноз СДВГ может быть поставлен как в детстве, так и позже уже во взрослом возрасте. Мы можем узнать СДВГ в раннем возрасте по таким признакам, как проблемы с поведением в школе, неспособность сидеть на месте, трудности с выполнением указаний учителя или с выполнением заданий. Но как выглядит СДВГ у взрослых? Такие же ли это признаки, как в детстве, или все же существуют различия? Итак, в этом видео давайте вместе разберем некоторые признаки СДВГ у взрослых. Психическое беспокойство. Возможно, вы уже знаете, что буква «Г» в слове «СДВГ» обозначает гиперактивность, например, когда человек постоянно ерзает. Но знаете ли вы, что буква «Г» также ассоциируется с психическим беспокойством? Профессор когнитивной психологии Кимберли Квин говорит, что голова человека с СДВГ как будто постоянно заполнена стайкой очень занятых колибри, молниеносно влетающих и вылетающих с каждым новым интересным цветком, сопровождая все постоянным жужжанием. Мозг с СДВГ – это внутренний мотор, который просто так не выключишь. Кейт Морюссов, взрослая девушка с СДВГ, описывает этот опыт как постоянную внутреннюю болтовню и чрезмерные размышления, которые вызывают эмоциональное выгорание и умственное истощение к концу дня. Это внутреннее беспокойство у взрослых с СДВГ было измерено с помощью шкалы внутреннего беспокойства в исследовании профессора психологии Лизы Уэйнд. Согласно этому исследованию, студенты с СДВГ имеют гораздо более высокие оценки внутреннего беспокойства, чем студенты без СДВГ. Импульсивность в речи. Все мы знаем, что у жизни нет кнопки перемотки назад. Но если добавить к этому еще и импульсивные комментарии, то можно попасть в целое царство неловких ситуаций. Профессор клинической психологии Рассел Рэмси объясняет, что взрослые с СДВГ встречаются с этим ежедневно. Спонтанность речи – это то, что идет в комплекте с СДВГ. Из-за этого они могут выдавать ответы еще до того, когда зададут вопрос, перебивать других или заканчивать за них предложение. Эта импульсивность вызвана гиперактивностью, которая активируется еще в их головном мозге. Взрослые с СДВГ имеют множество идей и мыслей, которые крутятся у них в голове, и они боятся, что могут забыть их, если будут ждать слишком долго. Это заставляет их говорить не впопад или часто прерывать диалоги. В ловушке настоящего. Когда в разговоре поднимается тема приближающихся дедлайнов, наверняка вы услышите долгий вздох, за которым последует «О, нет! Точно!», точно. Существует всеобщее понимание, что сроки – это стресс, который может вызывать тревогу у любого. Но особенно правдиво это для людей с СДВГ, которые могут проявлять чрезмерную эмоциональную реакцию на дедлайны или даже полностью их пропускать. Психолог Ари Такман говорит, что взрослые с СДВГ часто зациклены на текущем моменте и больше поглощены тем, что происходит сейчас. Они часто больше подвержены влиянию окружения и легче игнорируют внешние сигналы. Им сложнее организовывать будущее, пока они находятся в настоящем моменте. И вот тогда начинается хаос. Например, даже если они ставят будильник на 7 часов завтрашнего утра, они все равно еще не спят в полночь. Такая модель хронической прокрастинации вызвана исполнительной дисфункцией, которая подразумевает трудности с планированием или завершением задач из-за неспособности представить себе конечный результат. Нехватка слов. Вы знаете, что такое функция предиктивного набора? К сожалению, у людей с СДВГ в мозгу тоже есть такая функция. Клинический социальный работник Тимоти Келли в своей статье на Psych Central объясняет, что когда человек с СДВГ разговаривает, его мозг сразу же выдает уже следующую реплику, даже если он еще не закончил предыдущую. Другими словами, мозг движется быстрее, чем речь, что приводит к дезорганизации мышления. Согласно словам профессора психологии Сьюзен Уитберн, трудности с организацией мысли приводят к тому, что взрослые с СДВГ иногда испытывают нехватку слов, когда хотят объяснить что-то другим. Отсутствие мотивации. Незамотивированность – это борьба, с которой может столкнуться каждый, но нейроотличные взрослые переживают это чувство по-другому. Они могут очень-очень стараться, но все равно не иметь возможности достичь цели. Скажем, вот они видят груду немытых тарелок и столовых приборов, разворачиваются и убегают. Они могут прийти снова в другое время, но тот же цикл избегания будет повторяться. Согласно исследованию психиатрки Норы Валка,
Дофамин – это нейромедиатор, который активен в мозговом центре удовольствия и вознаграждения и участвует в регуляции мотивации. Так вот, исследователи обнаружили, что в мозге взрослых с СДВГ недостаточно дофамина и дофаминового транспортера, что впоследствии нарушает дофаминовый путь вознаграждения. И поэтому, даже когда взрослые с СДВГ верят, что в конце их ждет вознаграждение, им все равно тяжело выполнять свои обязанности. А знакомо ли вам что-нибудь из перечисленного? Мне знакомо, и если вам тоже, то мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту. Помните, что наличие СДВГ не означает, что с вами что-то не так. Вы не слабый, дефектный или ленивый, просто ваш мозг устроен по-другому. Когнитивный психолог доктор Куин даже говорит о том, что СДВГ можно назвать суперспособностью. Вы используете свой интеллект уникальным образом, решая проблемы и предлагая идеи, о которых никто раньше не задумывался. А что вы считаете своей суперспособностью? Делитесь в комментариях. Переведено и озвучено проектом «Чистые когниции».